Современная фэнтези, которая станет классикой. Любите фэнтези, но после цикла о Ведьмаке и Песни Льда и Пламени не читали ничего нового? Так можно пропустить крутую серию, которая в будущем тоже станет классикой. Цикл «Орудия смерти» Кассандры Клэр. Лучшая из современного городского фэнтези, вдохновленная Гарри Поттером. Это история о подростках, которые узнают о скрытом от людей сумеречном мире. Они становятся сумеречными охотниками и сражаются с демонами из другого измерения. Серия «Кровь и пепел» Дженнифер Арментроуд. Это увлекательный ром-фант с элементами эпического фэнтези. Действие разворачивается в нестандартном мире под управлением богов. Героиню с рождения готовят для обряда, от которого зависит судьба королевства. Но ее жизнь меняется после встречи с гвардейцем Хоуком. Серии «Гриши и шестерка воронов» Ли Бардуга. Оба цикла про вселенную Гришиверс, но про разных персонажей. Писательница вдохновлялась славянской мифологией и назвала свой жанр царь-панк. Важную роль в сюжете играют Гриши, аристократы с магическими способностями. По книгам снимают сериал от Netflix.